Мына мен үйдү газ менен жылытам, круглый эле суут ошондой иштейт. Мисалы, мен күзүндө эле суук болгондо күлчө деп койгом. Газ светке караганда бир топ үнөмдүү да. Назар Кулжиошбаев знает, как рационально использовать электроэнергию. Дом отапливает газом, электроприборы используют только при необходимости. Во всех комнатах у меня энергосберегающие лампочки. Люди могут подумать, сколько можно сэкономить на энергосберегающих лампочках. Но на самом деле экономия существенная. К примеру, в летнее время плачу за электричество всего 200 сомов, зимой немного больше. Энергетики говорят, что население нерационально использует электричество. Максимум был зафиксирован 13 декабря, когда было потреблено 3240 мегаватт электроэнергии. И это рекорд. При этом нет еще сильных морозов. Постоянно здесь у нас контроль идет круглосуточно. Каждая секунда потребления электроэнергии учитывается на специальном приборе. Сейчас дежурит электрик Талайбек Коджоев. Следит за оборудованием и потреблением. В данный момент мы проверяем электрические энергии со стороны 110 киловольт, в данный момент 113 киловольт, 844 ампера, активная нагрузка 52 мегаватта, реактивная нагрузка у нас 48 мегаватт. Мы постоянно проверяем эти данные на этом реле, и при повышении, понижении мы постоянно это контролируем. Вчера было данное, в это же время было вчера 887 ампер, а в данный момент 841 ампер. То есть со вчерашнего сегодня уже уменьшился. То есть потребление уменьшается. Расход электроэнергии больше всего увеличивается с 7 до 9 утра и с 19 до полуночи. Днем потребление электроэнергии немного меньше. Ну, на подстанции 220 кВт Аларча установлены современное европейское оборудование. Также здесь установлена система АСКУЕ, благодаря которой мы каждые полчаса снимаем нагрузки. Так, подстанция Ларча запитывает половину южной части города, поэтому это очень стратегический объект, поэтому нам необходимо ежесекунду смотреть за нагрузками. Чтобы не допустить веерных отключений и сбоев в подаче электричества, энергетики рекомендуют рационально использовать его. Отключать неиспользуемые электроприборы и по возможности обогревать дома твердым топливом или газом. Надежда Усова, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.